ходе нового медиапроекта по сохранению национальных традиций и культуры Бурятии с участием депутатов городского совета было отснято 5 роликов. Каждый из них посвящен определенной тематике – семейным ценностям, национальной одежде, традиционным играм, изучению бурятского языка по карточкам и кулинарным традициям. Нам было важно создать социальный проект, где мы можем рассказать широкой аудитории, нашим жителям, доступным языком о традициях нашего народа. Долго думали над тем, какие именно темы нам надо затронуть, но и чтобы она была уникальна, интересна, чтобы люди понимали. И появилась идея, которая на сегодняшний день, возможно, недостаточно освещалась в медиа, недостаточно вот именно уделяли мы внимание, и в итоге мы разработали 5 тематических видеороликов. Идея о новом медиапроекте зародилась еще весной. Главной задачей было донести без слов до зрителей важность национальных традиций и местной культуры. Понимаю, что у каждой семьи есть традиционные блюда. Я помню в детстве, да, мы садились с семьей, с бабушками, лепили, не знаю, мешок пельменей, наверное, делали какие-то закладки в эти пельмени, то монетки, то перец, то еще что-то. Вот эти традиции, они сохраняют, конечно, и семейные традиции, особенно наши турецкие традиции. Это надо сейчас прививать. В ближайшие дни ролики выйдут в социальных сетях и на нашем телеканале. В дальнейших планах у депутатов горсовета сделать новогоднее видео. Андрей Слепнев, Алексей Ромашов. Новости дня.